праздником. По уже старой доброй традиции в перинатальном центре устроили торжественную выписку для детей, родившихся в день, в который вся страна отмечает День отцов, а республика отмечает День матери. Героями дня сегодня стали 12 малышей. Половина на половину, 6 мальчиков, 6 девочек. Ну, редко такое бывает, обычно кого-то больше. Причем из них вот четверо, которые родили первый раз, 4 семьи стали многодетными. 2 семьи у нас тоже, 6-й, 7-й ребенок. То есть, да, то есть у нас вот очень хорошая такая традиция. Мы надеемся, что те 4 человека, которые первые роды, они придут к нам еще. Помимо поздравлений, малыши получили и свои первые документы – свидетельство о рождении. Ну а многодетным мамам вручили удостоверение многодетной семьи. Но и это еще не все. Сегодня наши мамочки, которые выписываются в торжественной обстановке, они станут обладателем сертификата «Дети столетия», который был учрежден в 2022 году главой республики и продлен на 5 лет ближайшие. Размер сертификата в этом году составляет 105 тысяч рублей. Одна из ставших теперь многодетной семей – семья Грязнухиных. В Республиканский день матери и Всероссийский день отцов супруги получили свой главный подарок – уже третью принцессу. Глава семьи Василий приехал встречать любимую жену и доченьку и волнуется, словно в первый раз. Мы приехали с Алёпинского района. Мы очень рады рождению дочки. Такой знаменательный день. Мы очень благодарны работникам перинатального центра за такой теплый прием. Для Якутской республиканской клинической больницы торжественная выписка уже давно стала традицией. Уже 20 лет сначала в старом здании учреждения, а теперь и в новом перинатальном центре врачи провожают ставших им практически родными малышей в добрый путь теплыми словами и поздравлениями. И, конечно, заверяют, что будут продолжать эту добрую традицию. Мария Кардашевская, Иван Сорокоумов, Якутск.